Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти треть водителей в Кировской области, нарушивших ПДД в этом году, вовремя не оплатили штраф. По данным ГИБДД, к административной ответственности за это привлекли 1300 граждан. В большинстве случаев они получили денежное взыскание в двойном размере. 130 нарушителей отправились под арест, 120 на обязательные работы. Трасса 101. Власти размышляют над тем, как еще прижать водителей, которые позволяют себе садиться за руль нетрезвыми. В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, по которому граждане, привлекавшиеся к ответственности за пьяное вождение, не смогут получить лицензию на оружие. Правда, ограничение будет действовать не пожизненно, а в течение одного года. Трасса 101. Hyundai представила кроссовер Крета второго поколения. Машину начнут выпускать в Санкт-Петербурге 1 июля. Она стала чуть больше. Изменились решетка радиатора, бамперы, оптика. Внутри, к примеру, появилась 7-дюймовая цифровая приборная панель. Что касается моторов, то они остались прежними. Бензиновые объемом 1,6 либо 2 литра, мощностью 123 либо 149 лошадиных сил соответственно. Стоимость новинки пока неизвестна. Первое поколение Крета продается по цене от 1 миллиона 127 тысяч рублей. Трасса 101. Nissan Juke является в России женским автомобилем номер один. По данным агентства «Автостат», более 80% владельцев таких авто – представительницы прекрасного пола. Вторую строчку занимает Kia Picanto, а третью – представители куда более дорогого сегмента – Range Rover Evoque и Lexus UX. Также в первую пятерку входит Toyota CHR. Трасса 101. Через 4 года в аэропортах США начнут работу летающие такси. Занимается его разработкой компания Hyundai. Речь идет о летательных аппаратах, вмещающих до 6 пассажиров и способных курсировать не только в пределах воздушной гавани, но и между близлежащими городами. Корейцы уже показывали концепт такого транспортного средства. Оно развивает скорость до 300 км в час, а высота полета от 300 до 600 метров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.